из нас считают. Людей обязательно. Нужна моральная плетка. Причем основательно. Разве только из-за страха человек воспринимает доброе и хорошее перед какой-то могучей силой? Это для нас реальней реального. Это мы все понимаем. Он начальник, ты дурак. Сам по себе не сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого, как закон необратимость. Воспитание ремнем у некоторых основа необходимость. А разве без этого нельзя обойтись? Скажите на милость. Непостижимое, как сладкая сказка. Неизвестная жизни яркая краска. Стимул моральный и материальный должен быть. Без него чири не сядешь, успехом бизнесу не слыть. Коммунизм трактует, указывает на другое, на идеальное. Пока же мы не доросли, пока нереальное. Хотя была нам от Карла Маркса подсказка. Но мы не поняли. Напялили капитала маску. Каково наше теперь лицо? В маске капитала. Экспроприация экспроприаторов. Про нее многие вспомнят, когда наглость подонков загигантит, зашкалит. Грянет гром, и мужик наконец-то перекрестится. Но это будет где-то там. Доживу ли?